Поздравляем всех участниц, которые уже финишировали, которые финишируют в данный момент. Во-первых, поздравляю вас с международным женским днем. Днем весны и красоты, а вместе с этим поздравляем вас, надеюсь, с успешным результатом на финише. Итак, в скором времени состоится церемония награждения. Нам уже известны имена победительниц. Если знаете, я напоминаю о том, что среди наших участников есть те, кто на финише, помимо, как уже было отлично, гарантированных подарков и медалей, получают подарки, которые они выиграли посредством нашей лотереи. И еще раз озвучиваю их номера, которые вы знаете. 89-37, 88-23, 84-85, 81-60, 81-42, 81-40, 81-49 и 87-36. Участницы с такими наградными номерами должны сейчас подойти к нашим организаторам и забрать свои подарки, выигранные в лотерее. Именно на этом подиуме, на котором сейчас у нас образовалась импровизированная фото-зона для наших юных участниц, в скором времени состоится церемония награждения. Ну а пока он свободен, можете сфотографироваться вместе с нашими юными участниками заряда. Ну что же, участниц, которые финишировали, становится все больше и больше. Очень хочется узнать у вас, как ваше настроение? Довольны ли вы тем, что сегодня произошло?